Терпение, чувство сострадания, умение оказать поддержку в сложной ситуации в сочетании с быстротой реакции, выдержкой и стрессоустойчивостью. Татьяна Пилер диспетчером районного подразделения МЧС работает 6 лет. Опытный и обаятельный сотрудник, признается, несмотря на большую ответственность и нагрузку, работу свою любит, ведь она приносит реальную пользу. Да, свою профессию я очень люблю, очень нравится помогать людям, оказывать им помощь. Заступаешь на сутки, переживаешь, не знаешь, какой звонок поступит. Какую помощь надо оказывать. Но всегда стараемся. В нашей работе важна стрессоустойчивость, потому что каждый звонок, время идет на секунды, и людям нужна помощь. Работа диспетчера напряженная и психологически сложная. Ежедневно на пульт Центра оперативного управления МЧС поступает несколько сотен звонков. Иногда от того, насколько грамотно и оперативно сработает диспетчер, зависит жизнь и здоровье человека. Вот пожар был в прошлом году в 16-этажке. И, значит, я дежурила на смене, выехала наша техника и спасли мужчину из квартиры, вывели его. То есть благодаря людям, которые сообщили, и нашим действиям. Наших подразделений, которые выехали, оказали помощь, спасли человека. В МЧС поступают различного рода сообщения. Часть из них диспетчер переадресовывает по назначению в милицию, скорую, аварийные службы. Был звонок, утром поступил от соседей о том, что целую ночь плакал ребенок. Мы выехали на вскрытие двери совместно с сотрудниками милиции. Оказалось, что 9-месячный ребенок всю ночь пробыл дома. Нашли родители, которые были в это время, непонятно, где находились. Если это не стандартная ситуация, вскрытие двери, значит, буксировка автомобиля, то действуем согласно алгоритмам. Значит, сообщаем на другие службы, передаем и контролируем ход ликвидации. Если это звонок о каком-нибудь пожаре, о ЧС, то действуем незамедлительно, высылаем технику, ведем радиообмен, сообщаем в экстренные службы и контролируем также. Благодаря профессиональным качествам и опыту Татьяна Пилер не раз входила в тройку лидеров конкурса профессионального мастерства. На профсоревнования работу диспетчера оценивают по нескольким критериям. Оперативное и грамотное решение водных задач по высылке сил и средств, успешные результаты тестирования, оказание консультативной помощи и даже прием сообщений на английском. Кстати, сын Татьяны пошел по стопам матери. Он курсант специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.